Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по транспортному налогу при смене местонахождения, места жительства, либо при перерегистрации транспортного средства с одного обособленного подразделения на другое. Именно данному вопросу посвящено письмо ФНС России, реквизит которого вы видите. Рассматривая эту ситуацию, во-первых, ФНС России указывает, что глава о транспортном налоге не содержит каких-либо специальных правил, связанных с уплатой транспортного налога при смене места жительства, места нахождения, либо при перерегистрации транспортного средства. В этой связи, по мнению ФНС России, по аналогии можно использовать правило, которое предусмотрено при уничтожении транспортного средства, либо при его изъятии. Исходя из этого, ФНС России приходит к выводу о том, что транспортный налог должен уплачиваться по старому месту регистрации в месяце, в котором происходят соответствующие изменения, либо изменение места жительства, места нахождения, либо перерегистрация транспортного средства. А по новому месту регистрации транспортного средства, по новому месту нахождения, следует уплачивать транспортный налог со следующего месяца, который следует за месяцем, в котором произошли соответствующие изменения. При этом ФНС России обращает внимание, что эта позиция уже выражалась в письмах Минфина России. Ну и в данном случае соответствующие реквизиты писем указываются. Таким образом, налогоплательщикам, которые столкнулись со схожей ситуацией, им необходимо принять во внимание данное разъяснение ФНС России. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!